Центр 50, и сегодня у нас Sorento Prime. Самой жирной комплектации, с четырьмя камерами, с сабвуферами. Короче, набью тачку. Значит, сюда был установлен омыватель задней камеры. Покажи, как он выглядит. Он практически незаметен, его не видно из монитора. Камера, естественно, штатная остается. Пойду я попрыгну. Значит, покажем, как это выглядит на магнитоле. Значит, у нас включена задняя камера. Мы включаем омывание заднего стекла, и адский напор воды смывает нам всю грязь. Давайте на весь экран. Вот так это выглядит. Просто затмевает собой. Это льется с заднего стекла. Все. У вас камера чистая, вы паркуетесь, у вас все прекрасно. Обращайтесь к нам, это установочный центр 50.